На Кубани продолжается реализация 11 национальных проектов, созданных по инициативе президента Владимира Путина. На их основе в Краснодарском крае разработано 44 региональных проекта с учетом потребностей и особенностей Кубани и каждого района. На претворение в жизнь проектных мероприятий предусмотрено свыше 13 миллиардов рублей из федерального бюджета, более 10 миллиардов рублей из краевого и 618 миллионов рублей заложено в местных бюджетах. Также в соответствии с задачами национальных проектов разработана и успешно исполняется стратегия 2030 – главный социально-экономический документ, по которому идет развитие всех территорий края, в том числе и нашего Славянского района. По реализации национальных проектов Кубань в среднем на 10% опережает российские регионы. Об этом стало известно в ходе краевого совещания, которое в режиме видеоселектора провел Вениамин Кондратьев. Участие в нем приняли вице-губернаторы, председатель ЗСК, руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов. Национальные проекты – это те проекты, в реализацию которых вручена вся нация. Вся нация. От обычного человека до руководства страны. Все мы, в том числе и муниципальные власти, и региональные власти, и неважно, исполнительные, законодательные власти. Я благодарен коллегам, Юрий Александрович, и руководителям комитета, вашим заместителям, тоже принимает участие в сегодняшнем совещании, мы все вместе можем добиться результата только так, все вместе. Оценивая промежуточные результаты работы, глава региона отметил, что освоение средств по нацпроектам достигло 55%. Уже полностью завершен проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Хорошие темпы освоения средств по проектам «Малое и среднее предпринимательство», «Демография», «Образование», «Международная кооперация» и «Экспорт». В целом, муниципалитетам проведены 95% средств на реализацию нас проектов. Это, коллеги, без малого 9 миллиардов рублей. Еще раз хочу сказать, муниципалитетам доведено 85% в целом средств от общего объема на реализацию национальных проектов. Это 9 миллиардов рублей. Вот тоже довели. В Славянском районе лидируют в освоении средств, а значит и воплощении в жизнь 4 проекта – здравоохранение, образование, жилье и городская среда, безопасные и качественные дороги. Однако есть муниципалитеты, которые еще не получили деньги. По словам главы края, 2019 год показал, где есть проблемы, в чем пробуксовывают муниципалитеты. Но в следующем году вопросов с поздним заключением контрактов и некачественной подготовкой документов возникать не должно. Реализация всех 11 национальных проектов рассчитана на период до 2024 года. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События».